Сегодня с самого утра в областной станции переливания крови в Бисквитном переулке аншлаг. Хотя в мэрии заверили, что все пациенты в полной мере обеспечены препаратами, стать донорами для пострадавших в пожаре на Троицкой пожелали более 150 человек. Люди выстроились в очередь в коридоре центра. Желающих было настолько много, что принимать кровь прекратили еще до официального закрытия станции переливания. С 6 утра возле областной станции переливания крови собрались толпы людей, чтобы помочь пострадавшим при пожаре. Причем приехали не только одесситы, но и жители области. Сотрудники центра говорят, что до 11 часов выполнили всю дневную норму. Препараты крови не помещались в холодильник. Очередь была даже вот здесь на лестнице, последние стояли, занимали где-то порядка 150-170 человек было сегодня. Все сдали, у всех приняли